Как же приятно летним днем прокатиться на самокате по Саровской ривьере. Особенно это приятно делать на чужом электросамокате. Чей он? Возможно, твой, возможно, твоего друга или той девчонки, которую ты лайкаешь фотки в Инстаграме. Канал 16 совместно с сайтом sarov24.ru запускает конкурс на лучшую фотографию, сделанную в наикрутейшем жилом комплексе Саровской ривьера. И вот подробности конкурса. Ты делаешь фотку на набережной, на парящих лавочках или даже из окна своей новой квартиры вот в этом доме и выкладываешь в любую социальную сеть с хэштегом «Саровская ривьера». Вот и все. Учитываться будут только те фотографии, которые будут выложены с 15 мая по 15 июля, а в срок до 1 августа мы обязательно подведем итоги. И, кстати, автор лучшей фотографии получит вот этот вот самокат. Фото может быть любым. Селфи или групповое, случайное или постановочное значение имеет только дата съемки и красота архитектуры жилого комплекса Саровская ривьера. Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте sarov24.ru. И если ты не пришлешь нам фото, я буду ездить на самокате сам!